лета. Пришел праздник знаний, учебы, отметок. Дети, родители, учителя, с праздником вас поздравляем, друзья! Внимание, лицей! Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой. Равнение на флаг Республики Молдова. Вас позовет опять на урок. Школьные двери вновь распахнутся. Завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час. С праздником мы поздравляем всех вас! Внимание, внимание! По случаю Дня знаний для новых начинающих различные праздники. И сегодня праздник есть. В первый раз идут первоклассники в свой первый школьный класс. А в сторонке стоят родители и с волнением глядят на них, будто все впервые увидели повзрослевших детей своих. И мы встречаем наших первоклассников! Начинаем мы знакомство с одного простого слова. Это слово всем известно, и звучит оно «директор». Приветственное слово предоставляется главному менеджеру лицея Карайвану Анатолию Федоровичу. Дорогие ребята, уважаемые родители и коллеги, разрешите мне от имени администрации, менеджерской команды поздравить всех вас с Днем Знаний 1 сентября и предыдущими праздниками для Республики Молдова, Днем Независимости и праздником Лимбанастры, пожелать всем доброго здоровья, удачи, успехов. Год предстоящий. Есть много нового, о чем мы будем говорить на классном часу, который после нашей линейки будут проводить классные руководители.
Есть много новшеств в плане и расписаний, и каникул, о чем будет оповещено и тоже будет сказано на первом часу классного руководителя. Несколько слов о прошедшем учебном году. Потому что многое мы говорили на последнем звонке 31 мая, подводили какие-то итоги. Но хочется сказать о том, значит, что было после этого. Вы понимаете, что речь идет об экзаменах. Во-первых, следует отметить, что учебный год вся школа закончила со средним баллом 8,44. Это очень хорошая и высокая оценка. Средний балл и переводимость впервые за 15 лет переводимость составила 100%. То есть все ребята, которые учились у нас в школе, все перешли в следующий класс абсолютно в полном составе. По экзаменам, во-первых, по итогам года. Значит, 38 отличников закончили у нас учебный год. Это каждый четвертый ученик нашего лицея. 35 человек участвовали в районных олимпиадах и 7 человек участвовали в республиканских олимпиадах по предметам. По экзаменам следует отметить, что средний балл для 4 класса, который сдали национальное тестирование, составил 8,37. 9 класс за курс гимназия средний балл составил 7,60. И БАК 2014 средний балл составил 6,03. Следует отметить по бакалавру, потому что очень много разговоров и необоснованных. Хочу отметить сразу, что у нас переводимость, то есть получили диплом бакалавра 70% наших выпускников. И мы обстоятельно обговорим эту ситуацию с нашими выпускниками этого года. Скажем, потому что тут ничего необоснованного нет. Есть причинно-следственная связь. Кто прогуливал, кто опаздывал, кто не приходил на занятия, тот и не получил диплом бакалавра. Но я сказал, что 70% получили диплом бакалавра. В республике эта цифра составляет 55%. Я уже говорил и хочу отметить, что большая проблема это больше для родителей относится эта информация. Значит, большая проблема оставляет желать лучшего, проблема с прогулами без уважительных причин, пропуски без уважительных причин и опозданий. Об этом мы тоже будем говорить и на родительских собраниях в конце сентября, и, конечно же, сегодня опять напомним нашим лицеистам. Год будет идти под эгидой обеспечения доступа и значимость качества образования, компетенции настоящего и будущего. Сама эта фраза говорит за себя, какие основные задачи стоят перед и педагогическим коллективом, и ученическим, и, конечно же, совместно с родителями. Мы должны обеспечивать, и будем это делать, качественное образование. Поэтому в конце хотелось бы, во-первых, поздравить наших первоклассников, которые, было уже сказано, первый раз, первый класс. Поэтому их у нас в этом году 14, в прошлом году было 13, позапрошлые годы 7, 8. Поэтому эта динамика нас радует. Давайте мы вместе с вами поздравим наших первоклассников и пожелаем, чтобы они быстрее влились в наш коллектив ученический и лицей. Чтобы все мы с вами их увидели в 12 классе, как они, значит, будут выглядеть. В конце хотелось опять-таки пожелать нашим выпускникам этого года, 9 и 12 классы, удачи. Хотелось бы всем сказать поздравления, слова поздравления с началом учебного года, с Днем Знаний. Пожелать всем здоровья, удачи, успехов, трудолюбия. Хотелось бы, чтобы хорошо начался год, и также хорошо, если можно лучше, чтобы он закончился.
предстоящий 2014-2015 учебный год. С праздником вас всех и в добрый час! Как обычно, у нас всегда есть гости. И, естественно, прежде всего, все родители и гости, которые присутствуют на нашей линейке. Как всегда, у нас присутствует наш председатель родительского комитета Василовский Андрей Владимирович и депутат районного совета Татаров Семен Ильич. Мы их приветствуем на комитете. День необычный сегодня на свете. Музыка всюду, улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. И не грустите, девчонки, мальчишки, по играм, затеям и сказочным книжкам. В школьной жизни волшебство не кончается. Сказка и здесь продолжается. Где же меньший из нас? Пусть сейчас сюда выходит самый первый, первый класс. Слово предоставляется нашим первоклассникам. Отряд, мы зачем сюда идем? Когда идем, тогда поймем. Отряд, стой, раз, два, кубки, бровки опустить. Зачем явились, доложить. Мы пришли сюда для дела, очень важного для всех. Речь сказать со сцены смело и иметь у всех успеха. Всю неделю мы не ели телевизор, не смотрели, не гуляли, не играли, папе школу собирали. Мы приветствуем всех вас, посмотрите вы на нас, посмотрите сверху вниз и скажите дружно честь. Это жизнь другая, наступит у меня. Ой, мама, дорогая, какой же взрослый я. В этот день сегодня в школу, в первый раз и в первый класс. Этот праздник очень новый, замечательный у нас. Смотрите, я сегодня на первый класс. У меня сегодня праздничное платье и беленький воротничок и на туфлях каблучок. Неужели эти дяди, что стоят цветами, в эту школу ходить будут тоже вместе с нами? Мы не знаем, как учиться, когда сесть, когда вставать. Ночью может не ложиться, чтоб к уроку не проспать. Может ли в тетради мелом вместо ручки написать? Лучше скромным быть или смелым промолчать? Или закричать.
ничего еще не знаем, но учиться мы хотим. На урок ли опоздаем, без причины не проспим. Ох, как в школе интересно, скоро прозвенит звонок, а в соседнем классе дети ростом все под потолок. Сколько нового всего в школе покупают, если все наложить в пансет, по одному и звалим. Заступительного честной, первоклассник перед тобой, у меня пацан большой, заяц новый за спиной. Different types of wear a day coat, pants with the stripes and cut away coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix, we're Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in the mix, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put another Ritz. Different types to wear a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix, wear Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in the mix, putting on the Ritz. Веселый, вы же бедный.
волшебной страны знаний. Но попасть туда вам поможет волшебный ключик. Его передадут вам учащиеся 12 классов. Слово предоставляется 12-классникам. Мы вам волшебный ключ даем. Он двери знаний открывает. Он знаний первую зарю на вашем небе зажигает. Осень кружит листья золотые, и в прекрасном золотом дожде хризантемы белые, большие, раскидались звездами везде. Это первоклассников свечения, пору золотых чудесных дней, это новых звездочек свечения и полеты белых голубей. Первый раз идут ребята в школу. Первый класс зовет и манит всех. Этот праздник первый, самый новый, принесет победу и успех. Это жизни новая дорога, долгий и порой нелегкий путь. Будет светлых праздников так много, только этот праздник не забудь. Первый в жизни самый лучший праздник. Сердце бьется в маленькой груди. Ты уж не шалун и не проказник. Все твои забавы позади. И наступает самый торжественный момент – посвящение наших маленьких друзей в первокласснике. Школа, внимание, звучит клятва первоклассников. Клянусь уважать учителей, слушать их внимательно, не считать ворон во время уроков. Клянусь не огорчать родителей двойками и единицами, поломанными стульями и исписанными партами. Клянусь учиться честно, не списывать и получать хорошие отметки. Клянусь дружить с ребятами, не обижать малышей. Клянусь дружить с книгой. Клянусь делать по утрам зарядку, закаляться и не болеть. Клянемся с достоинством нести звание теоретического лицея имени Александра Сергеевича Пушкина. По традиции нашего лицея к нам пришли воспитанники детского сада номер 5. Поприветствуем их! Сейчас пришли поздравить первоклашек, их младшие друзья, которые остались в детском саду. Мы из 5-го садика. Свои пожелания расскажем ребятам. Хватит спать уж, просыпайся, в школу быстро собирайся. Там тебя учитель ждет, новым знаниям поведет. С красным днем календаря, друг мой, с 1 сентября. В сентябре зазвонил колокольчик, он зовет тебя в школу, ребят. Моросит за руки дождик, а за пальцами дети сидят. Книжки, ручки, тетрадки на столе лежат в порядке. Ранит новенький блестит, ярко солнышко горит. Первоклассник, первоклассник, у тебя сегодня праздник. Он веселый, он серьезный и веселый. Встреча первая со школой. Мы вчера еще ребенка. Ничего не поделаешь тут. Натянули тебя на шкаленка, а теперь Белокашка зовут. Букет цветов в твоих руках, и радит новый за плечами. В глазах волнение и восторг, сжимаешь крепко руку маме. Сегодня главный праздник твой, ты первый раз шагал в школу. Теперь все будет по-другому.
тебя встречает школа, ждут уроки, переменки и отличные оценки. Слово предоставляется председателю родительского комитета Василовскому Андрею Владимировичу. Не правда ли волнительные минуты? Разрешите мне от имени родительского комитета поприветствовать всех, всю нашу семью, родителей, детей, учителей в нашем лицее. Мне очень приятно каждый год видеть вот эти светлые лица, добрые, на таком большом красивом празднике. Я надеюсь, что все, и дети, и родители, и наши любимые учителя отдохнули и с новыми силами приступят к своей главной обязанности – получению знаний. Я желаю всем вам, дорогие наши, в первую очередь, первоклассники, танцуете вы здорово, хотелось бы, чтобы такие результаты были у вас и в учебе. А вам, дорогие наши выпускники, желаю целеустремленности в достижении своих целей, трудолюбия, удачи, успеха вам всем. В добрый путь. С праздником. Уважаемые 12-классники, для вас последний школьный год с минуты этой настает. От имени учителей мы пожелаем вам смелей, дорогой трудную идти и в жизни верный путь найти. Пусть сейчас прозвенит самый первый звонок, и начнется у нас долгожданный урок. Вы эти мгновения в сердцах сохраните, и радость от них сквозь года пронесите. Вот и настало время дать первый звонок, и это право предоставляется ученикам первого класса Лободенко Денису и Булхак Николете. Приглашаю всех на первый урок в этом учебном году.